Всем привет, друзья! Ну что, в нашем доме сегодня снова праздник. Сегодня мы празднуем 18-летие моего сыночка Сашеньки. Но, честно вам признаюсь, сам день рождения у него был 4 февраля. Вот, но это был вторник, и мы перенесли празднование на сегодня. Сегодня 8 февраля, у нас суббота. И вот сегодня мы ждем гостей и празднуем совершеннолетие моего сына, нашего сына. Сейчас, что он у нас тут? Сынок, поздоровайся с моими подписчиками. Привет. Да, вот он, мой красавец, совершеннолетний мой. Сладенький, с днем рождения тебя, мой хороший. Ну, всего тебе сегодня еще нажелаем. Поздравим от души. Ну, сынок, как всегда, за компьютером, в учебе, книги, все, что ему необходимо в этой жизни. Так что вот так вот. Готовимся, готовлюсь, суечусь с 5-6 утра на ногах. Ой, язык уже, можно сказать, на плече, но не могу не снять влог, чтобы не поделиться с вами своей радостью. Покажу вам нашу погоду. Сегодня у нас идет снег. Февраль что-то у нас бушует не на шутку. Позавчера, вы не представляете, было плюс 17. Была практически весна, пели птицы. Сегодня у нас минус и выпал снег. Жуткие у меня головные боли. Ну, я метеозависима. Ну, что поделаешь, будем терпеть. Вот так зимушка-зима 8 февраля к нам пришла наконец-таки. Ну что, практически мы уже готовы. Здесь у нас будут детки. Ну а мы взрослые, нас много, почти 15 человек. Будем здесь. Вот, покажу вам, что я приготовила. Рыбка жареная, бутербродики мои фирменные, салат «Цезарь» с морепродуктами, капусточка квашеная сама квасила. Салат белиски, перепелочки жареные. Но это еще, конечно же, не все. Еще будут бараньи ножки в медовом соусе зажаренные в духовочке. Еще будут бифштексы, будут еще печеночники, картофель по-деревенски в духовке. Ну, в общем, горячее еще у нас все будет немного позже. Сейчас уже скоро начнут подходить гости минут через 10. А вот еще покажу вам, какой красивучий торт сыночку моему папа наш заказал. Ой, просто обалденный. Вот такая у нас есть девочка, золотые ручки, Юля Филимонова в станице. Вот такую красоту она делает. Внутри он красный бархат, начинка. Думаю, будет очень вкусный. Вот такая красота. Ой, сыночку моему 18, даже не верится. Только вчера в садик водила. Так, мы уже встречаем первых гостей. У нас вот Сашины одноклассники, Пашок, Дима, поздоровайтесь с моими подписчиками. Все. Ой, какую красоту, сынок, это тебе принесли пацаны? Да. Плевать на твой... Что там? А, да всем плевать на твой день рождения. Ну, как всегда, все с приколами. Прощай, молодость. А что здесь? О, это сынок, а ну-ка переводи, мама не знает. Game over что-то, да? А это что значит? Конец игры. А, конец игры. Так, сколько? 100% тебе. Ну, прикольно, молодцы, мальчишки. Классно. А мы встречаем дорогих наших гостей. Другие у меня гости стеснительные, я их не снимаю. Но эти два блогера я просто обязана показать. Тихо, осторожно, у нас как каток, я очень уже, скользкий порог. Привет, моя кукла. Это ой, тебе самой красивой ой, мамочки, самого ой, спасибо, именинников. Давай, спасибо, давай, моя давай, дорогая. Потому что холодно. Спасибо, выскочи. Заходите, проходите. Сыночек, иди гостей встречай. Ой, красота. Ну что, именинник, давай, разливай.
Наливай, разливай. Ой, какие все красивые. Тёмка, привет. Мой сладенький. Привет, доча. Поздоровайся со всеми. Ну, красавцы, красавцы. Вот и мне тут цветочки перепали. Так, сыночек, ну давайте кто-нибудь пожелаете Саше, да? Я вас две секундочки засниму и оставлю в покое. Димон, давай, начинай, ты, давай. Да, давай. Мы верим, давай. Все. Давай, давай, пару слов. Хорошо. Ну да, Сашечка, ты вырос. Ты вырос. А ты нас скинешь скоро. Я тебя еще таким помню, на стол ходи. Да, мы тебе желаем успехов, да. Да. Счастья, здоровья. Да. Вот. Чтобы у тебя все получилось, что ты задумал. Получится, сынок? Да. Получится. Дай бог все получится. Ура! Happy birthday to you! Ну что, сыночек? Посмотри, какой... Ты загадал желание? Какой красивый торт для тебя испекли? Загадал? Ну давай! Happy birthday to you! Задул. Значит, все исполнится. Значит, все исполнится, все сбудется. Ну все, сейчас порежем и приступаем к чаепитию. Ну что, наверное, первый кусок. Вы не против имениннику? Пошел процесс, да? А ну-ка, Саш, тарелочку, тарелочку. Ой, какой красивый. Так. Дальше передаем тарелочки. Тёмка. Тёмыч, давай, следующая пошла. Кусочек. Так, что-то тебе тут какая-то черешенка досталась. Девочкам теперь, Альбиночка. Нет, мне полезно, прям максимально маленький. Максимально тебе маленький. Давай свою тарелочку. Вот именно. Так, и вот эта шоколадка, она, по-моему, с твоего кусочка. Так, Танюшки. Танюшки. Так. Ну, я ж прошу. Так, дорогие мои друзья, здесь столько было сказано добрых, теплых, хороших слов и пожеланий. Напутствий тебе, Сашенька. Мы даже не заметил никто из нас, как ты быстро вырос. Сколько ты нас радовал, также всем известно. И настал, наверное, тот момент, да, решающий момент, такой год 2020. И я хочу, чтобы этот год приумножил твои успехи. Первая двоечка приумножила твое поступление на два. Когда ты не на два, имеешь в виду, чтобы успехи твои приумножились при поступлении, да? А вторая двоечка, чтобы приумножилась, когда ты поступишь и войдешь уже в серьезную жизнь. Спасибо. С праздником тебя, дорогой. Спасибо. Ура! Ой, ну что, сынулька мой дорогой. Я, ты знаешь, пока сегодня готовила, я столько всего думала, как тебе сказать, а сейчас от волнения все забыла. Поэтому буду говорить все, что на душе. Я, конечно же, присоединяюсь ко всему здесь сказанному. Я всем благодарна, что тебе сегодня пожелали. Все наши гости, все наши родные, все наши близкие. Но я тебе хочу пожелать, я думаю, папа меня поддержит. Знаешь, вот все, что ты себе задумал, те цели в жизни... Дай Бог, чтобы они исполнились, но вот мне тебе хочется сказать, главное не расплакаться, чтобы вот где бы ты в жизни ни оказался, куда бы тебя судьба ни занесла, и кем бы ты ни стал, врачом, я не знаю, хирургом, я не знаю, кем ты будешь, но я хочу одного,
чтобы ты прежде всего при любой работе, при любой должности, при любых рядом людях, кто бы тебя ни окружал, чтобы ты всегда оставался человеком, чтобы ты, ну, я не знаю как, чтобы ты нес в мир больше добро, наверное, да, творил какие-то добрые дела, чтобы ты никогда не был эгоистом или, там, знаешь, тем человеком, которого только вот цель заработать больше, больше, больше. Учись как бы не только в жизни брать, но и давать. И тогда оно тебе, знаешь, свыше, оно тебе вернется с лихвой. Поэтому мой любимый, мой дорогой, уже выше меня. Ура! Я тебя так люблю. Ура! Всем, дорогие наши, я хочу пожелать всем вашим детям, вашим семьям, все, чтобы вот все, что вы нам сегодня пожелали, да, сынок, мы вам всем в троекратном уровне желаем, чтобы все, что вот у ваших детей сбылось, я не знаю, на 150%, пусть все мечты исполняются ваши, ваших детей, пусть будут всегда рядом ваши близкие, главное, не болейте. Мы вас очень любим, и мы рады, что сегодня именно вы рядом с нами. Все встали и на выход. Спасибо. До слез, да. Он довел.